Участие в конференции, посвященной красоте и молодости, мастера-косметологи приняли не только для того, чтобы узнать о новом продукте, но и набраться профессиональных тонкостей и практических навыков. Организатор мероприятия – директор Intelligent Beauty Congress и по совместительству главный редактор журнального издания для специалистов индустрии красоты Наталья Александрова. Специалисты должны получать информацию. Косметологи очень заняты. Получить информацию, ездя по миру, они тоже не могут. Не каждый себе может это позволить. Кроме того, что это дорого, это требует времени, это требует какого-то своего внимания. Поэтому и мы вот нашли такую возможность проводить конференции здесь. Я езжу сама по миру, слушаю специалистов, выбираю докладчиков и приглашаю их выступать в Риге. Главным героем семинара стала косметика всемирно известного бренда Тегадер. Тегадер Косметикс появилась на свет 25 лет назад на севере Испании, сразу же став популярным продуктом на родине. Собственные научные лаборатории каждый день находятся в поиске новых активных составов, уникальных эффективных компонентов, заботясь о потребителях по всему миру. Команда единомышленников научно-исследовательского центра компании разработала единственный в своем роде средство для улучшения внешности и оздоровления организма. Это комплексная линия, очень легкая в использовании и показывает очень хорошие результаты уже после первого применения. По этим причинам бренд стал одним из самых известных брендов в мире. Мы работаем в Прибалтике уже 6 лет, и результат хорошей работы с дистрибьюторами здесь – это выставка сегодня. Результатом 20-летних исследований и научных разработок стало создание препаратов, обладающих уникальным активными ингредиентами. Они сочетают в себе новейшие научные технологии с методиками восточной медицины и натуропатии. Для потребителей создана и удобная упаковка продукта. Инновационный продукт Тегадер – это крем для лица с моментальным подтягиванием кожи, схожий с радиолифтингом. В случае, если под рукой нету зеркала, выручит оригинальная баночка. Отзывы о высоком качестве и эффективности косметики как со стороны профессионалов, так и со стороны клиентов всегда под знаком «плюс». Это общепризнанная марка с хорошо изученной и исследованной базой, на которой основаны косметические средства и продукты для инъекций. Это безопасная косметика с широким ассортиментом. Фирма очень солидная и протестированная на практике во всем мире. Мы рады работать с ней. Большой ассортимент продукции – это 13 профессиональных линий по уходу за лицом и 11 по уходу за телом. Такой выбор позволяет косметологу подобрать индивидуальные средства для конкретного клиента и решить его проблемы с учетом типа кожи, возрастных особенностей и эстетических запросов. Это комплексный бренд. Вы можете найти средства для лица и для тела в различных решениях, для различных проблем с кожей. Мы не фокусируемся на одну проблему. В мире множество типов кожи, и мы пытаемся предложить решения для каждого типа. В качестве исходных материалов для продукции используются самые редкие и ценные натуральные ингредиенты, такие как экстракт золотой орхидеи, черной икры, кораллов, жемчужной пудры и кофе арабика. Для приобретения косметики латвийские покупатели должны обращаться в компанию Fredericks DNA.